Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни то, что ты самый лучший. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипультис, Густашек Мороженок. И давно мы не играли в Гаррис Мод, друзья. Это очень прикольная игра. Итак, сегодня у меня аниматроник Фоксарик, да, друзья? И сегодня я вам покажу такое. Короче, такое покажу. Сейчас я заспавню, друзья, SKP и покажу, как SKP будет убивать аниматроника. Поняли? Так, друзья, смотрите. А потом будет гоняться так. Это 96-й пока не буду заспавнивать. А вот этого страшненького такого заспавню. 921-го, да, кажись. Так, друзья, и так смотрите. Сейчас я камеру выставил. И сейчас вы все увидите. Так, смотрите. Как он следит, смотрите за ним внимательно. О, блин, жесть, как он приближается. О, блин, видали, когнул Фокси. Это прикол, так еще раз покажу, вообще. Он очень быстрый, я не успел даже шарахнуться от него. Так, где он там? Где этот искипишник? Вот он. Вот он, друзья, кстати. Кому нравится Гаррис Мод, прямо сейчас, прямо сейчас. Лайк поставьте. Не жидитесь на лайки, ребята. Я же делаю все ради вас. Поставили лайк, кто поставил лайк, тот самый крутой. Смотрите, подбирается. Подбирается. Устро, блин, видали? Он неожиданно так сделал. Блин, желтый шарик полетел. Капец. Блин, фок, ну вообще, я еле успеваю от него сваливать. Он просто раз и перемещается во времени. Капец. Что скажешь, давай, Фокси, сейчас я вам еще кое-что покажу. Оно грохнет или не грохнет? Блин. А ну-ка, я сейчас не шевелюсь, друзья. Нет. Давай, нападай, Скипи, нападай. Нападай. Ух, он так внимательно следит за Фоксарем. Блин! Вообще же... А, блин, фу, я аж цепанула! Итак, ладно, друзья, это я вам показал, теперь смотрите, основная серия. У меня есть вот такой лабиринт, друзья, огромный лабиринт. И там башня с лестницей. И я сейчас заспавню SKP-96. Вон, уже заспавнил. И сейчас я попробую убежать от него, добежать до башни. Что такое? Поняли, друзья? Сейчас он за мной побежит, он очень быстрый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что-то я очкую. Он так быстро бегает, что такое? Он так быстро бегает. Что случилось? Что такое? Что такое? Глюки! Блин, глюки! Глючит, меня глючит, или это игру глючит? Капец. Чё такое? Ой, блин! О, блин, напугал! Ладно, друзья. Капец, что происходит? Чё такое? Ладно, друзья, я побежал. Я побежал, о, всё нормально. Капец. Давай, Фокси. Друзья, блин, он за мной гонится, этот крикун! Быстрее, давай! Давай, друзья, как вы думаете, болейте, друзья, за Фокси, болейте, мне это очень важно! Так, тихо, прохода нет, блин, догоняет! Догоняет меня, фу, как он орёт противно! Ой-ой-ой, блин! Давай, встаем. Давай, Фокси, вставай! Отлично! Капец! Как он орёт! Давай, друзья, как вы думаете, Фокси добежит или нет? Блин! Дурацкий лабиринт, вообще так сложно! Давай, поворот! Он сзади, я слышу его! Он чавкает, блин! Давай! Друзья, я, короче, выставил рэгдолл. Как только он меня гасит, я сразу поднимаюсь и бегу. Попробуем добежать.
Блин, дурацкий лабиринт, я чё обратно бегу, капец, блин, я должен! Ой, блин, как же наряд! Реально прикольно, конечно! Сзади, блин, опять прохода нету! Это жесть! Это так страшно, реально! О, ну чё, блин! Стоём! Фух! Я ни разу не остановился, даже когда он меня грохнул. Так что, ребята, самое главное, блин. Правда, в это нет ни выхода из этого дурацкого лабиринта. Нельзя, башни, я уже башни вижу. Я вижу башни, блин, прохода нет. Капец. Гадкий скипик. Давай, Фокси. Ой, мамочка. Фу, как я сейчас уши закрою, блин. Да где выход? Где выход? Друзья, башни, надо залезть. Самое главное, надо залезть. Давай залазим. Блин, капец. Вот сволочь. Друзья, челлендж не выполнен. Я не залез на лестницу. Блин. Ну давай, залазь. Вот гадкие скипи. Ладно, друзья, последний раз попробую. На скорости, так? Давай, все. Да что такое? О, все нормально, настроилось. Блин, что оно глючит? Давай. Ну все, где-то далеко я должен. Я сейчас попробую добежать. Так, прямо, направо. Давай, Фоксарик, давай, его не слышно. Блин, приближается, орёт. Орёт, как только, блин, звуки возрастают. Это он приближается. Давай. Друзья, башни. Я сейчас добегу. Давай, Фоксарь. Давай. Блин, Надяй. Он орёт рядом. Вот сволочь. Так куда бежать? Вон, тихо. Ай, блин, сзади, залазим. Залазим. Блин. Я это видел. Двое! Они меня грохнули, ребят! Они наглым образом меня догнали и грохнули! Это капец! Отвали! Отвали-ка, страшнюга! Жесть! Капец! Такой страшный! Это ты скипи! Вот так, друзья, выставил рэгдолл, чтобы быстро сразу оживать! Вот так вот, давай, сальтухи! Отвали! Орёт как бешеный! Так, все, друзья. Я вылетаю сюда, он мне надоел. Он так орёт! У меня же голова заболела. А вон еще сидят два. Но я их не активировал. Что такое? Что оно глючит? Я не пойму, что глючит-то. Вообще капец. Ну что, друзья? Понравилось вам Гаррис Мод? Или не понравилось? Напишите мне в комментариях, понравилось? Давно я не играл, может... Поиграть с кем-нибудь? Даже не знаю. Есть нормальные игроки в Гаррис Мод поиграть или нет? Если есть, напишите мне, напишите в комментариях. Кто нормальный, кто соблюдает все правила. Да, кто хорошо себя ведет, кто будет слушаться, что я говорю. Все, друзья, если понравилось, лайк, подписка, комментарий. И жмите на колокольчик, чтобы знать, когда выходит новый видос. Все, друзья, всем счастливо, всем покедова. Ой, они бегут, слышите? Они бегут! Они сейчас очнутся. Сейчас Фокси грохнут. Все, ребята, смотрите, я пошел. Ну его!